Чего там за чмок, блин, едет такой за мной? Номер-то у нас у чума есть, МММ. Крутой, наверное. Раз крутой вперед, по кюветам, давай, это же крут. Че такое-то? Чё ты, долбоёб, блядь? Ты ящер поганый, блин, иди сюда! Набью под камеру прям. Уходи, выходи, выходи, поговорим, ящер-то, блин. Давай. Давай, тормознись, блин. Ну давай, что ты мне хочешь сказать? Давай, предъяви мне что-то. Под камеру? Предъяви хоть что-то, блин, я давай. Я собирался. Ты сказал, набьёшь мне морду. Набей мне морду. Ты же записываешь. Да, да. Блин. И там же записывался. Что ты, блин? Че, самый умный же? Чем ты лучше меня-то? Че ты по этой речь? Я не помню, ты что, блядь, такой правильный, что ли? Да. Ну все, то давай, езжай. Только прикоснись. Езжай. Я тебе еще раз говорю, езжай. Только прикоснись. Да хуя свидетели. Да? Ну вали отсюда. А что, то есть тебе что-то мешает? Вали давай. Телефон оставь. Давай. Телефон свой оставь. Ты же у нас умный, да, дерзкий, там, крутой. Как зовут тебя? Как зовут тебя? Сережа. Сереженька? Номер твой тебе не поможет, понятно? Покажешь тебе по телевизору потом ящера? Расскажешь. А? Потом расскажешь. Ты потом будешь своим друзьям рассказывать, какой ты долбоящер. Долбоящер. Ну давай. Что, ты крутой? Крутой подрезун, блин, я смотрю. Крутизна твоя кончается. Ну давай, давай, ты же стремительный у нас, как нечто, блин. Ты, как говорил мой друг, резкий, как понос. Давай, что ты, стремись. Чего же ты, Сереженька, да, притормаживаешь, что ли? Давай, давай. Тебя так и тянет-то на обочину. Дорога пустая, ты все равно на обочину лезешь. В какашках хочется покататься, да?